Вот так проходит мой день. Сегодня выходной. И Димочка у бабушки. А я решила порисовать. Вот так вот картина. Мы, кстати, ее рисуем вместе с вами. Здесь кисти. Так вот она выглядит. Вот. И, естественно, я вон там все записываю. У меня висит вот она веб-камера. Все видит. Вот. А на улице у нас там обещали сегодня очень сильный ветер. Но его почему-то до сих пор нету. Блин, если бы я знала, я бы с утра в магазин сходила. А я магазин отложила на завтра, мне за продуктами надо. Вот. Ну, просто вообще походить, посмотреть, что как. А его нету. Я так подозреваю, что, скорее всего, сильный ветер будет завтра. Так, кстати, у нас вот цветочек. Блин, уже, наверное, он целый месяц, даже больше месяца, он до сих пор цветет. Ну, вот я только смотрю, у меня что-то цветок как-то в бок пошел. Вот. Немножко некоторые листочки тут желтели. Ну, ничего, ладно. Гибискус у меня так и не цветет до сих пор. Не знаю почему. Кактус тут тоже стоит. Ну, ба. Там у меня навалено. Там я нахулиганила, видимо, уже. Вот сейчас, кстати, стояла, смотрела тут свои ароматы. У меня там целая коллекция. И я, наверное, думаю сделать, может быть, обзор на каждый флакончик. Мне кажется, это будет, наверное, кто-нибудь смотреть. Вот. Блин, нет, через эту не видно. Там вот. Я уже как-то раз показывала. Там вот у меня так красиво, все так красиво, красиво, красиво прям. Вот. И там вот как раз вот этот вот мой аромат любимый. Dolce & Gabbana Императрица Троечка. Я сейчас немножечко побрызгалась, и прям он так ароматно пахнет. Так ароматно. Вот так вот. Ну вот, наконец я дорисовала свою работу. Много красок. Очень красивая, красивая. Я надеюсь, то, что вы увидите и все-таки посмотрите мастер-класс и досмотрите его до конца. Я очень-очень на это надеюсь. Вот такая она получилась. Про вот эти деревья я вообще вспомнила в самый последний момент, когда начала уже рассматривать, все ли я нарисовала. Ну, очень красивая. Здесь даже вот маленькие деревца. Прям это очень красиво. Мне кажется, даже, кстати, через камеру кажется, как будто они движутся. Вот они, цветочки. Да, то есть тут вот еще травка есть, сами цветочки, одуванчики распустившиеся. Вот тут вот домики, прям вообще маленькие-маленькие домики. Так, наше небо. Небо. Небо было самое шикарное. Рисовать его было очень удобно. Горы. Деревья. Вот тут прям классно. Вообще мне так понравилось вот тут рисовать. Так, наши маки. Дорожка. Довольно, кстати, очень похожая. Конечно, по рисунку ее можно было сделать прям вот так в бок, так вот выдвинуть. Ну, в принципе, мне и так нравится даже. Копию также не нарисуешь, но немножко по-своему можно. Вот такая вот работа. Также смотрите другие ролики, там есть еще практически такой же мастер-класс, как вот этот вот. Тоже многоэтапный. Тоже рисовали там 5 или 6 этапов, по-моему, 5 этапов, 5 частей. Очень интересно, похожий, такой же красивый, восхитительный. Вот, в конце этого ролика будет на него, в конечной заставке будет на него ссылка. То есть, ну, ролик сам будет, да, в конечной заставке. Его первая часть, пожалуйста, рисуйте вместе со мною. Отправляйте мне свои работы, мне будет очень интересно смотреть.
Вот, также есть другие ролики, есть акварелью, как я рисую. Также есть у нас еще обзоры продуктов, техники, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. Короче, там много-много всего интересного на моем канале. Подписывайтесь обязательно, пишите комментарии, ставьте лайки. Мы очень любим лайки. Вот. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.